последний день в Провинстауне. Многие, наверное, уже заждались, когда мы поедем. Да и... мы и сами заждались, на самом деле. Вот. А сегодня мы решили проехаться до другого пляжа на совсем другом конце полуострова. Называется Race Point. И я вот, по крайней мере, пожалел, что мы туда раньше не поехали. Потому что тут очень красивые, тут очень классные дорожки для велосипедов, по которым можно кататься на скейте тоже. Я еду на велосипеде с плохими тормозами и с очень ржавой цепью. Для меня это вообще супер экстрим. А я еду на скейте, у меня вообще нет тормозов, и это двойной экстрим, походу, для меня. Вот. А также в этом видео вы увидели монумент пилигримов, который, собственно, и был построен здесь в честь того, что здесь высадились эти первые пилигримы. Мы обещали показать, и вот мы показали. Вот, а уже завтра мы выезжаем в Бостон, и наше путешествие активное продолжается.